Стать студентом – заветная мечта практически каждого выпускника. А чтобы она стала реальностью, на пути к ней стоит учесть и попробовать все возможные варианты. Одним из них является шанс проверить свои знания и нервную систему в обстановке, приближенной к ЦТ. Первый этап репетиционного тестирования в Брестской области стартует с 23 октября. Желающие пройти это тестирование могут пройти регистрацию. Для этого необходимо будет попасть на сайт Республиканского института контроля знаний, завести себе личный кабинет, и в личном кабинете там все, в общем-то, логично объяснено, как зарегистрироваться, как выбрать предметы, как обозначить даты и так далее. В нашем городе, как и в прошлом году, будет действовать два пункта проведения репетиционного тестирования, каждый из которых закреплен за одним из брестских вузов. Тем, кто планирует попробовать свои силы, важно учесть несколько ключевых моментов. Обязательно надо будет распечатать пропуск, который там будет у них в вордовском файле. Вот, то есть этот пропуск они с собой берут обязательно на тестирование. Кроме этого пропуска обязательно с собой черная гелевая ручка, обязательно паспорт, то есть документ, удостоверяющий личность. Ну и, соответственно, к обозначенному времени уже подходит непосредственно сам пункт проведения репетиционного тестирования. Стоимость тестирования по одному учебному предмету на данный момент по-прежнему составляет 8 рублей 20 копеек. Оплату необходимо произвести посредством системы ЕРИП. А результаты тестирования через 10 рабочих дней можно будет узнать в личном кабинете участника. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.